правительстве республики продолжаются кадровые перестановки. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о назначении Михаила Ноздрякова исполняющим обязанности министра финансов республики. Михаил Ноздряков с 2011 по 2014 год уже занимал пост министра финансов Чувашии. В это же время он был заместителем председателя кабинета министров республики. С 2015 работал первым заместителем директора департамента финансов Севастополя. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашской республики возложено на Николая Каргина, первого заместителя руководителя администрации, начальника управления внутренней политики. Об этом сообщается на официальном сайте органов власти республики. Олег Николаев на еженедельном совещании дал поручение всем членам правительства в ближайшее время доработать программу ускоренного социально-экономического развития региона. Эту работу нам надо организовать и проделать в достаточно кратчайшие сроки, потому что мы с вами знаем, что сейчас и в Российской Федерации правительство сменилось, и у нас идет аналогичный процесс. И на этом этапе в том числе появляются дополнительные возможности, скажем так, получения, дополнительных преференций и возможностей. Поэтому я призываю этим активно воспользоваться и, соответственно, динамично поработать в этом направлении. Олег Николаев подчеркнул, что празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне необходимо провести на достойном уровне. Также он акцентировал внимание на необходимости вовлечь максимальное количество участников, представителей общественных и некоммерческих организаций в марафон культурных событий в рамках столетия образования Чувашской автономной области. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика.